Добрый день, мы рады приветствовать вас на телеканале Shop & Show. Модная рубрика открывает свои двери. У нас совершенно особенный час. У нас бренд Zarina прямо сейчас представляет свою новую коллекцию «Весна-лето 2018». Ну а представит нам новую коллекцию Лера Сова, ваш личный гид по стилю. Доброе утро, добро пожаловать в наши модные эфиры. И действительно, сегодня только один час посвящен этому бренду, который недавно появился в наших эфирах, но уже 25 лет существует на российском рынке. Это классика, это элегантность, это французская эстетика. Все это сегодня в нашем часе бренда Zarina. Как экономить, как делать ваши покупки максимально выгодными, вам расскажет Арина Нагаева. Ну и начинаем мы, конечно, с вещи, которая не обходится ни один женский гардероб. Это джинсы. О джинсах мечтает каждая женщина, но не каждая имеет возможность в магазинах купить для себя джинсы, которые идеально сядут на ее фигуру. Джинсы Amalfi от бренда Zarina именно такие. Ну, по крайней мере, я так себя чувствую в них. И не только ты. На самом деле джинсы действительно хороши. Кстати, я вам должна сказать, что вот как только бренд Zarina появился в наших эфирах, и тут выяснилось, что многие наши девчонки-модели джинсы покупают именно в Zarina. Поэтому вы сегодня тоже можете выбрать для себя отличную посадку, классический крой и стильные вариации. У нас с вами есть вот такие возможности выбрать посветлее джинсы с потертыми в светлом цвете индиго и темный индиго. Это действительно классические цвета для джинсов. Это, пожалуй, лучшие цвета для тех джинс, которые вас будут стройнить. Ну и, конечно, универсальная база в ваш гардероб. Ну и, конечно, лучшая скидка именно сейчас, в этот час бренда Zarina на телеканале Shop & Show. Именно сейчас мы предлагаем вам цену 1999 рублей за джинсы в размерах от 46 до 54. Ну и прямо сейчас посадку смотрим на нашем подиуме. На Ксюше как раз вариант светлый индиго. Вот они, те самые джинсы, которые очень многие женщины выбирают для себя. Правильные потертости, которые сужают нам с вами силуэт, зауженный крой джинс, именно такой крой я всегда рекомендую женщинам с пышными бедрами, те, которые хотят, чтобы эти самые бедра стали чуть поуже. Ну и, конечно же, от никаких, ну, как я их называю, спецэффектов, да, потому что классические базовые джинсы должны быть очень простыми. Никаких страз, никаких лишних вышивок, потому что именно с такими джинсами вы можете надеть любую блузу, любой жакет, любую тунику. В таких джинсах можно даже отправиться на работу, если добавить к ним белую хлопковую рубашку или классический жакет. Никаких страз, никаких украшений, только идеальная фигура, только идеальная посадка для вас. Со скидкой 400 рублей. Эксклюзивный час, один единственный сегодня, а значит один шанс забрать для себя джинсы Amalfi. Так еще и сэкономить на доставке. Сегодня у нас снижена для вас бесплатная доставка от суммы 4990 рублей. Но давайте посмотрим, чем же наши джинсы Amalfi отличаются от, знаешь, вот 100% хлопковых джинсов, которые мы привыкли знать. На самом деле, действительно, классические джинсы – это 100% хлопок. Плюс в том, что это натуральная ткань. Минус в том, что они абсолютно не тянутся, поэтому подобрать их на свою фигуру бывает очень сложно. В наших джинсах тоже хлопок 78%, но еще 22%, посмотрите, это эластан. Поэтому наши джинсы отлично садятся на любой тип фигуры. Плюс высокая посадка. Это, кстати, не только наша с вами стройность, это дань моде. Сейчас никто не носит джинсы на низкой посадке, только завышенные, причем чуть-чуть выше по спинке. Конечно же, на пышность ягодиц здесь у нас с вами все рассчитано. Поэтому, выбирая вот такую высоту посадки, вы получаете не только комфорт и модный образ, но и стройную фигуру, подтяжку бедер, живота и, конечно же, акцент на вашей талии. Ну а прямо сейчас к нам дозвонилась Тамара Николаевна. Это победитель предыдущего часа. Тысячный покупатель в прямом эфире на телеканале Shop & Show. Это настоящий праздник, ведь у нас прямо сейчас проходит акция, которая называется «Цифровой апрель». Ну вот посмотрите, Тамара Николаевна стала тысячным покупателем, и она сегодня получает в подарок вот этот потрясающий современный планшет. Тамара Николаевна, здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте, девочки. Тамара Николаевна, мы вас поздравляем. Вы стали тысячным покупателем в прямом эфире, и поэтому получаете от нашего телеканала подарок. Этот современный планшет вы получите на своей почте. Тамара Николаевна, скажите, пожалуйста, какой заказ для вас стал победоносным? Я, девочки, с вами уже два года. О, как? Здорово.
Все уже перепробовала, все у вас заказывала. Все заказы очень-очень хорошие. Мне очень-очень все нравится. И вы тоже мне очень-очень все нравитесь. Красивые, все хорошие. Спасибо огромное, Тамара Николаевна. У нас небольшое отставание по звуку, поэтому, ну, вот так в прямом эфире мы не сможем пообщаться, но вы оставайтесь на линии обязательно. Мы еще раз от всей души вас поздравляем. Спасибо огромное, что вы с нашим телеканалом Shop & Shell делаете свои покупки. Ну, а мы, в свою очередь, делаем все для того, чтобы эти покупки стали для вас приятными. Успевайте сегодня в нашем прямом эфире сделать заказ и заказать для себя бренд Зарина. Бренд Зарина – это действительно классик, это стиль элегантных женщин, а каждая элегантная женщина должна в свой гардероб для casual стилистики на каждый день выбрать джинсы. Я рекомендую выбирать джинсы сегодня в двух вариантах, если в вашем гардеробе нет правильных. Не бойтесь выбирать вот такой светлый цвет индиго. Смотрите, вот эти потертости здесь хороши тем, что они нам с вами стройнят силуэт. Это, по сути, вертикалька, на которой мы делаем акцент, а вот эти затемнения у нас просто уходят из поля зрения. Вы моментально убираете вот эти объемы с ваших ног, и они у вас стройнеют. Посмотрите на нашу Ксюшу, она выбрала именно такие джинсы для себя. Берите свой российский размер, вы будете уверены в том, что сядут джинсы отлично. И знаешь, Арин, вот что мне нравится. Я вот такие джинсы своей маме подарила 2 года назад. Так. Причем, знаешь, подарил по какой причине? Все-таки эти джинсы чем хороши, видите, они не слишком обтягивают ноги внизу. За счет этого вы можете носить их, даже если у вас широкая икра, например, да, как часто бывает, когда джинсы здесь не садятся. Они выглядят достаточно элегантно, все-таки это не скини, не леггинсы, а эти джинсы, которые подходят и для зрелого возраста. Ну что ж, 70 джинс заказано прямо сейчас. У нас некоторые женщины заказывают сразу по 2 пары джинс. Берут одни темно-синие, да, как правило, мы их берем с вами на холодное время года, как более практичный вариант, и заказывают более светлый, называется светлый индиго. Мы их берем обычно с вами на лето. Ну и прекрасно подойдут на лето эти джинсы. Кстати, когда мы выбираем на лето джинсы, Лер, очень важно знать состав, из чего сделаны наши джинсы. Разумеется, вообще хорошие джинсы всегда это хлопок. Изначально деним, который изобрел знаменитый Леви Страус, это, собственно, и была очень плотная хлопковая ткань. Но со временем все-таки наши нужды изменились. Первые джинсы были созданы для золотоискатели, это были очень плотные, прочные джинсы, нам теперь с вами важнее комфорт, правда же? Поэтому в наши джинсы добавлен эластан, посмотрите, они хорошо тянутся, но прочность здесь у нас сохранилась. Хочу ваше обратить внимание вот на что. Как выбрать джинсы, которые будут стройнить вас вот здесь, например. Расстояние между карманами должно укладываться в ладонь, посмотрите, здесь так и происходит. А расстояние от верхней кокетки до кармана 2-3 пальца ваших максимум. То есть мы с вами получаем идеальную конструкцию джинс, которые подтягивают ваши формы. Посмотрите, как стройно и как сильно смотрится наша модель. И это здорово. Вспомните джинсы на низкой посадке. Там карманы были расположены низко. И всегда казалось, что у женщины ноги короче, чем есть на самом деле. А здесь мы имеем с вами высокую посадку, хорошо посаженные карманы, а значит, ваша фигура будет идеальной. Мне нравится ощущение, которое дарят эти джинсы. Это невероятный комфорт. Как только я их надела, у меня такое ощущение, как будто я вчера была в спортзале, правда. Подтянутое тело, никаких неровностей. Чувствуешь себя очень комфортно и очень приятно. Мне нравится классика, мне нравится цвет более светлый. 1999 рублей. Мне очень нравится цена и скидка именно сегодня. Лер, давай еще раз с тобой сориентируемся, как правильно выбрать свой размер. Я рекомендую вам выбирать джинсы в размер, в свой российский. Они отлично садятся по фигуре за счет 22% эластана в составе. Посмотрите, подтягивают формы, нигде не висят, и за счет этого вы подбираете свою фигуру, делаете ее стройнее, делаете ее, ну, если хотите, более собранней, так мы обычно говорим, стилисты. Что еще важно в джинсах? Джинсы – это совершенно неприхотливые брюки, то есть их можно стирать в стиральной машине на обычном режиме стирки. С ними ничего не будет, ну и гладить джинсы не принято. А поэтому ухаживать за ними легко. У нас 1 минутка осталась для того, чтобы заказать для себя супер джинсы. Ну вот джинсы, согласитесь, ну должны быть в нашем гардеробе. Ну, когда мы собираемся с вами на прогулку, когда мы собираемся встретиться с девчонками в кафе, пойти с мужем
в кино, допустим, или тоже посидеть в кафе, приятно прогуляться по городу, джинсы станут прекрасным решением для любой женщины. Всего 1999 рублей, а размерный ряд до 54-го. И это здорово! Один единственный час бренда Зарина на телеканале Shopping Show. Эксклюзивная цена действует на это предложение прямо сейчас. И хочу напомнить, что прямо сейчас в рамках нашего прямого эфира вы можете стать сотым покупателем и получить в подарок стильный, современный смартфон. Почему бы и нет? Да, здорово забрать для себя по эксклюзивной цене джинсы, да, и получить еще подарок. Вообще отлично, который, кстати, превосходит их по цене. Мне кажется, вообще отличное решение. Почему бы нет? Размер в размер берем джинсы. Ну, а мы продолжаем. И Лера уже неоднократно нам говорила о том, что если в вашем гардеробе достаточно блуз, ваш гардероб разнообразный. Значит, вы с утра не ломаете голову и не думаете, что вам сегодня надеть. Блузы спасают любую ситуацию. А также с красивой блузой, которая украшена модным кружевом, можно создать не только повседневный образ, но еще и, конечно, праздничный, потому что кружево украшает. Кружево не только украшает, кружево в данном случае еще создает очень интересный эффект, да? Видим с вами на ринг такой эффект пелеринки, будто бы у нас с вами, посмотрите, да, блуза такая вот без плечей, да, а сверху наброшена такая легкая кружевная пелеринка. Но причем такая блуза может быть, как в случае с Ариной, самостоятельным предметом гардероба, да, она вполне полноценная, нарядная, изящная, либо такая блуза может стать для вас базой, которую вы наденете, например, под жакет или под тренч. Посмотрите, если классические рубашки вам уже надоели, а вы работаете в офисе, для лета самое, мне кажется, элегантное и правильное решение выбрать вот такую блузку, которую вы наденете вниз. Я выбрала в данном случае вот такой вот пудровый розовый цвет. У Арины, посмотрите, какой красивый цвет, называется изумруд, но мне кажется, такой полынный, да, немножко вот оттенок, да, очень красивый. Очень редкий. Ну и торжественный белый у нас тоже есть в наличии. Ну, по цене эксклюзивной в час бренда Зарина на нашем телеканале я очень рекомендую присмотреться к сразу двум цветам. Возьмите обязательно белую. Вариант, конечно, 100% торжественный. И другой цвет, который вам понравится, розовый или зеленый. 1799 рублей, 400 рублей экономии. Размерный ряд от 46 до 54 размера. Ну, давайте посмотрим, как на разных фигурах смотрится эта блуза. Сегодня мы все выбираем эту блузу именно как деталь своего гардероба. Я с джинсами, а Лера выбирает с пальто. А Женя выбирает с юбкой. У нас на самом деле, да, с вами есть возможность выбора и комбинации. Сегодня, знаете, тот самый случай, когда нужно брать комплекты обязательно. Потому что если мы говорим про час бренда, мы всегда говорим про капсульную коллекцию. А капсула — это значит, что все вещи сочетаются отлично между собой. Поэтому сегодня берем с вами готовые образы. Джинсы Амальфи на Арине вместе с изумрудной блузой. Ну, кстати, ты к джинсам вообще любой цвет можешь выбрать. Вот в этом бонус джинс. Джинсы вообще неприхотливые совершенно. Смотри, вот и розовый тебе тоже будет хорошо. Можете выбирать абсолютно любой комплект, и к светлым джинсам в том числе. Ну и, кстати, если я под свой комплект вместо юбки надену джинсы, это тоже будет хорошо. Поэтому комбинировать очень просто. Ну, кстати, пальто на Лере называется Бартоломея. Я вот хотела посмотреть название. Давайте посмотрим, как правильно будем подбирать размер, ну и поговорим, конечно, о тканях. Здесь нужно обязательно ориентироваться на объем по груди. Все-таки блуза у нас с вами прямого силуэта. Выполнена она из материалов, которые не обладают эластичностью. Это кружево, это крепший фон. Поэтому берите именно объем по груди. Если грудь достаточно пышная у вас, как у наших девочек, можете даже взять на размерчик побольше, для того, чтобы посадка была свободная. Все-таки, знаешь, вот такие ткани, ну, дорогие ткани, легкие ткани, они, как я говорю, не терпят дефицита, да, поэтому нельзя, чтобы такая блуза вас обтягивала, она сразу же потеряет свой шик. Блуза называется «Донна», цена сегодня эксклюзивная. И по поводу еще готовых образов хотелось бы мне добавить, что сегодня, ну, как никогда выгодно собрать для себя действительно готовые решения, потому что бесплатная доставка снижена. Сегодня вы имеете уникальную возможность забрать для себя эти образы и заплатить, и не платить за доставку от суммы 4990 рублей. Не часто такое бывает, а блуза заказана уже
уже 30. Ну, прекрасный вариант для лета. Давайте посмотрим на кружево и вспомним, что кружево – это один из любимых материалов француженок. А между прочим, бренд Zarina сотрудничает сейчас с очень известным именно французским дизайнером. Вообще, в компании Zarina трудится несколько дизайнеров с разных концов света. Но вот сейчас эта коллекция создана французом, поэтому мы с вами увидим вот такую легкость, вот такую плотность. Кружево очень похожее на кружево Ришелье. Посмотрите, кстати, на обработку рукава. Здесь нет подворотов грубых, которые могли бы испортить изящность вещи. Здесь у нас с вами тот самый плетеный край кружева, что делает более изящной и более легкой нашу ручку. Поэтому, выбирая такой вариант, можно сказать, что вы выбираете французский шик. Здорово, да, что вот действительно не обрубается, да, наш рукав, а он как бы продолжается и дарит изящность вашему силуэту. Побалуйте себя сегодня кружевной блузой, которая называется Донна. В эксклюзивный час, один-единственный за сегодняшний день, бренд Zarina представил свою новую коллекцию. И вы, свидетели, самое первое, можете заказать для себя такую блузу, которой нет еще ни у кого. 70 будет заказано, статистика у нас поступает из колл-центра. Берут зеленую и какой-то светлый вариант, розовый или белый. Две блузы забирают в одну корзину. И это здорово. Здорово, что вы сегодня торопитесь быть красивой, нежной и женственной. Ты знаешь, Арин, вот по поводу красоты и женственности здесь все, ну, буквально очевидно. Да. А вот по поводу комфорта и качества хочется поговорить отдельно. Потому что, когда мы выбираем вещи брендовые, мы должны быть уверены в том, что мы их будем носить долго и с удовольствием. Вспомните, что такое узкая горловина блузы. Весь макияж остается на ней. Прическа портится. Что нам с вами дарит бренд Zarina? Посмотрите, такая маленькая, очень изящная застежка сзади, капелька. Причем здесь есть такая хитрость, посмотрите. Вот эта петелька, она эластична, то есть, в общем-то, можно даже ее не расстегивать. Хотя здесь, конечно же, у нас пуговичка, то есть вы все легко с этим справитесь. Ну и сразу же обращаю ваше внимание на то, как здесь обработан борт. Кружево все-таки ткань тонкая, деликатная, а горловина должна быть прочной. Поэтому здесь кант, который нам с вами укрепляет горловину, делает ее более прочной. Снаружи мы его не видим, за счет этого ничто не нарушает нам с вами фактуру кружева. Да, и это здорово. Я, кстати, эту застежку уже оценила, когда у меня уже сделали сейчас прическу, да, когда готовились к эфиру, и я после этого надевала блузу. Это действительно очень удобно, это добавляет комфорта, это так приятно, да, казалось бы, мелочи, но из них складывается впечатление о бренде Zarina. От 46 до 54 размера. Лер, вот куда советуешь пойти женщине вот в таком образе, допустим, как у меня? Слушай, ну твой образ вполне подойдет элегантной женщине для работы на каждый день, например, но ты, легко добавив украшения, можешь отправиться в нем, например, на концерт или в театр. Продолжаем наш модный показ. У нас эксклюзивный один, единственный на сегодня час бренда Zarina. И платье «Вишневый сад», какое прекрасное название, продолжает наш модный показ. Вот Zarina умеет, да, назвать так, чтобы вот хотелось это платье уже. Слушай, ну хочется, не то слово. Давайте посмотрим на эту красоту. Это же что-то невероятное. Кстати, видите, именно Антон Павлович Чехов стал вдохновителем этой коллекции, конкретно этой модели. Французские дизайнеры в том числе отдают дань нашей российской литературе. Но, кстати, я вам должна сказать, что вот сейчас как раз, я буквально недавно смотрела репортаж, да, это как раз сезон цветения сакуры в Японии. Вот эта нежность, вот эта легкость, которая, ну, заложена, да, в это событие, она, мне кажется, совершенно роскошно передана в этом платье. И мы видим, насколько наша Таня изящная, насколько она грациозная в нем. И при этом не будем забывать про то, что платье-рубашка – это один из главных трендов сезона. Ну вот вы знаете, когда смотришь на Татьяну прямо сейчас, конечно, глаз радуется, ну правда. Сразу видно, вот согласитесь, возникает сразу ощущение, что женщина одета в брендовое платье, непростое платье. Платье, в которое смысл, душа вложена, да, дизайнера. Такое платье не у каждой второй женщины есть в гардеробе, а у вас оно будет сегодня по эксклюзивной цене 3999.
99 рублей. 1000 вам не хватает до бесплатной доставки. Добирайте, кстати, до этой суммы свою корзину и получайте в любой регион доставку. Телеканал Shop&Show вам ее оплатит. Лер, хотелось бы быстро вот понять, из какой ткани сделано наше платье. Ну, ты знаешь, вот, кстати, с тканью быстро здесь как раз не получится. Не получится, вот почему. Давайте я вам вот здесь покажу. На самом деле, издалека полное ощущение, что ткань очень и очень тонкая, правда, очень легкая. Угу. Наверняка многих женщин это может насторожить. Но я вам хочу показать материал и показать вам то, что на самом деле он очень плотный. Это вискозное полотно, посмотрите, со сложной фактурой. Больше похоже на креп, вот по ощущениям, чем на шелк. Более плотный материал, видите, такой вот внутри даже плетение видно. Совершенно не просвечивает, что нам с вами важно, потому что все-таки светлое платье, белое. И при этом плотности достаточно, чтобы скрыть какие-то наши особенности фигуры. Вот я вам могу сказать, что в этом платье вы будете чувствовать себя уверенно. Это очень важно для любой женщины. Ну и давайте посмотрим сразу на крой, чтобы разобраться с размерным рядом. Смотрите, платье у нас с вами силуэта трапеция. Я, кстати, когда примеряла платье, посмотрела сначала на 50-й размер, подумала, что вдруг оно мне будет маловато. Но нет, я вам могу сказать, что у меня поскольку 48-50, вот 50-й сел идеально, именно по бедрам. Здесь больший размер. Если у вас вот такой тип фигуры, песочные часы, груша, то есть когда бедра больше, можете вообще без сомнения брать по объему груди. Но если у вас верхний тип фигуры, вот это, кстати, вариант нашей Жени. Мы сейчас с вами на нее тоже посмотрим, наша блондинка примерила это платье. Смотрите, у нее верхний тип фигуры, объем по груди 52-й, по бедрам у нее 50-й. Мы выбрали 52-й размер для Жени, для того, чтобы в верхней части платье село хорошо. Ой, потрясающе, мне очень нравится, как на девчонках смотрится. Таня немножко застегнула, да, у нас горлышко, да, а Женя немножко так расслабленно его оставила. Напомню, что размерный ряд до 54-го берем по своему большему и наслаждаемся. Кстати, про ткань, да, сколько раз я выбирала в магазине для себя платье на лето, да, примеряла его и понимала, платье красивое, ну нравится оно мне на 100%, но просвечивает. Ну, ты знаешь, не в любом возрасте можно позволить себе такие легкие платья, которые слегка просвечивают. Это платье не просвечивает, потому что ткань плотная, качественная. Это брендовая ткань от бренда Зарина. Уже заказано почти 30 платьев, давайте посмотрим на детали. Да, хочу вам показать, как интересно здесь выполнен рукав. Вот когда мы смотрим на Таню, да, вот первое ощущение такое не зря, все-таки вишневый сад, да, Чехов такая... графиня, но не меньше, правда ведь? За счет чего мы это получаем? Посмотрите, какой необычный здесь крой рукава. Вот что значит дизайнерская вещь. Вот если можно нам максимально близко вот здесь показать. Смотрите, как выполнен. Эффект рукава реглан, то есть у нас с вами вот здесь плечевой шов, но рукав уходит в диагональ, как в реглане. И здесь смотрите, что сделано. Склады, вот они на рукаве, видите, вот эта сборка, которая такой эффект фонарика дает, да, аристократичного рукава, здесь застрочены до границы плечевой зоны, а дальше у нас с вами вот эта свободная часть получается. Что дает? Во-первых, чуть-чуть нам с вами приподнимает плечо, это важно, если у вас пышные бедра. Во-вторых, расширяет рукав, не давая сюда объема, вот они эти складочки, видите, какие они изящные, вот они застрочены. В-третьих, действительно, образ очень аристократичный. Здесь же на это рассчитаны и манжеты. Вот давайте посмотрим. Манжета очень высокая. Видите, какая? Вот помните, да, те пышные рукава на платьях у аристократичных дам. Но смотрите, что можно делать. Если вы хотите чуть более легкий вариант, вы можете совершенно легко одну пуговичку расстегнуть и сделать себе рукавчик вот такой. Более такой, если хотите, расслабленный, более изящный, более интересный. Поэтому здесь еще есть возможности и вариации с тем, чтобы поиграть у нас с вами с этим платьем. Ну и, конечно же, хочу обратить ваше внимание на длину. Это длина миди, а это значит, что она подходит, во-первых, любому росту, во-вторых, любому возрасту, и в-третьих, это длина, которая всегда выглядит элегантно и стройнит. Да, согласна, девчонки стройные, выбирайте. У нас 60 платьев заказано прямо сейчас. Платье мечта, платье настроения. У вас всегда будет прекрасное настроение, когда вы выходите с утра на улицу, когда вы приходите, допустим, на работу и получаете комплименты. Хотите их получать всегда? Выбирайте красивые платья. Дизайнерские платья от бренда Зарина только сегодня в эксклюзивный час по эксклюзивной цене на нашем телеканале. 3999 рублей. За платье Макси, обратите внимание, за платье деталь, каждая деталь здесь будет делать вашу фигуру более стройной,
элегантной, более статусной. Успейте дозвониться прямо сейчас. Звонок для вас бесплатный, телефон многоканальный. И оплачивайте свой заказ с удовольствием только по факту получения на вашей ближайшей почте. Лер, скажи, пожалуйста, как правильно такие ткани стирать? Ты знаешь, на самом деле материал неприхотливый, материал не боится температур, на самом деле. Но тем не менее, 40 градусов это оптимально и, пожалуй, конечно, деликатный режим стирки, при этом машинная стирка разрешена. Напоминаю, что у нас эксклюзивный час бренда Зарина на телеканале Shop & Show. Сегодня только один час мы предлагаем вам эксклюзивные цены и самую новую коллекцию, которую вы видите первая на своих экранах. И блуза Труди продолжает наш показ. Ну и сразу мы видим, что мы сегодня получаем не просто блузу, да, мы получаем еще и подарок. Да, продолжаем рубрику украшения на нашем телеканале. И получаем действительно с вами очень изящный комплект. Здесь у нас с вами классическая блуза. И здесь у нас с вами тонкий кулон на тонкой изящной цепочке. Вообще, я вам должна сказать, что или все-таки напомнить, да, что бренд Зарина все-таки это классическая стилистика, это стиль элегантных женщин, поэтому лаконичные цвета, поэтому лаконичные фактуры и поэтому очень изящные силуэты. На самом деле, ты знаешь, вот, Арин, я должна сказать, что вот такие блузы нельзя недооценивать. Я однажды приобрела себе вот такую блузу одного дизайнера, темно-синего цвета, вот ровно так же выполненную, только без украшения, прямой силуэт, чуть укороченный рукав, тоже из вот такого вот шелкового крепа. Слушай, но этой блузе уже лет 5, с ней ничего не происходит. И я вот ровно, когда мне нечего надеть, я каждый раз надеваю ее с юбками или с брюками, или с джинсами, совершенно с разными комплектами. Соглашусь полностью с тобой, такие блузы обычно нас с вами выручают. Вы можете ее как-то обыграть, да, и совершенно другой образ создать. Вот, допустим, наша Ксюша выбирает с джинсами и такой повседневный вариант, да, может быть, она пойдет навстречу, почему даже бы и нет. На работу. Да, на работу, если позволяется носить джинсы, дресс-кодом, наденет каблуки, такой городской, стильный, современный образ. Давайте познакомимся сразу с цветами. Два цвета на выбор. Ксюша выбирает для себя цвет розовый. Роза, да. Ну, такой цвет еще иногда называют сухой розой или пыльной розой. Вот сейчас в модной есть такой институт Пантон, который называет цвета, да, сейчас модно называть античной розой такой цвет. На самом деле это такой вот припыленный, да, оттенок розового, очень благородный, очень элегантный. Второй цвет у нас это классика, это белоснежный вариант, это база, которая абсолютно легко впишется в ваш гардероб, но и, как правило, всем нужна и всем необходима. Поэтому выбираем вот из этих двух вариантов сегодня. 1599 рублей за блузу и украшение к блузе в подарок от бренда Зарина. Такой комплимент от дизайнеров для того, чтобы вы обратили свое внимание на эту блузу и для того, чтобы на вас обращали внимание и делали комплименты. От 46 до 50. Лер, как правильно подбираем размер? Берем по объему груди с вами свою блузу. Смотрите, у Ксюши 50 и 50 размера на ней блуза. Можно брать на размер побольше, если хотите чуть больше свободы в области живота и в области талии. Ну, а я пару слов хочу сказать о том, как закреплено украшение, и сразу же затронуть тему качества. Все-таки, что такое вещи брендовые? Предусмотрено абсолютно все. Ну, например, как стирать такие блузы, да, так, вот с такими украшениями. Вопрос. Что делать? Смотрите, что делает бренд Зарина. Вот здесь очень маленькая и очень изящная застежка, ювелирная буквально, которую вы совершенно легко можете снять, постирать свою блузу, потом закрепить украшение назад. Все, никаких совершенно проблем у вас не возникнет. Ну и сразу обращаю ваше внимание на качество и на обработку. Ты знаешь, все-таки базовые вещи обязательно должны быть хорошо пошиты, потому что базовые вещи мы носим чаще всего, а значит и стираем чаще всего. Ой, как здорово, мне очень нравится качество, мне очень нравится внимание, которое дизайнеры уделяют вашему комфорту. 60 блуз заказано прямо сейчас, торопитесь, ведь этот час единственный, у нас может быть небольшая загруженность на линии, но ожидание на линии бесплатно, звонок для вас бесплатный с мобильного из городского, поэтому дозванивайтесь и заказывайте блузу своей мечты. Побалуйте себя новой блузой и украшением, которые, в принципе, при желании вы можете снять и надеть свое любимое украшение, цепочку или колье. От 46 до 50. Мы как стираем, Лер, вот сняли украшение, как будем стирать? В холодной воде, в ручном режиме или деликатная стирка в машине, она тоже допустима. Совершенно легко и в таком варианте. Гладим утюгом на режиме двойка. Ну, а что же выбирает сегодня наш эксперт Лера Сова? Юбка Колин. Невероятная, стильная юбка в вашем гардеробе. Вот есть она, да? Вот
юбки-карандаш, в принципе, есть у каждой женщины, но особенная не у всех. Особенная юбка, не зря я ее себе выбрала. Во-первых, юбка очень модная. Модная она первая. Вот почему? Вот потому что молния здесь расположена, вот здесь впереди. Сейчас юбки с разрезами или с молниями, вот все, что делается, все вот здесь по ноге. Это стилистика Голливуда 40-х годов, она к нам пришла сейчас и пользуется невероятной популярностью. Поэтому вот первая деталь, знаешь, вот по некоторым вещам сразу понятно, из какого они времени, да, или в каком году они были пошиты. То есть всегда можно определить, например, по лацкану пиджака, когда он был выпущен. То же самое по юбке, например, по разрезу. Вот если разрез впереди, по ноге или просто по центру, это значит ультрамодная юбка сезона 2018. Новая коллекция специально для вас, для того, чтобы вы были в тренде, для того, чтобы вы были самой модной. Два цвета на выбор, потрясающие оттенки совершенно. Цвет розовый прямо сейчас на ваших экранах. Ну вот такой розовый, да, необычный, очень такой приглушенный, нежный, пастельный. Обратите внимание на него, если мечтали о розовом, но как-то вас не устраивали разные оттенки этого цвета. Ну и цвет голубой, чистый такой небесный цвет, очень редкий, в магазинах не встречала, честно. Редкий, согласна с тобой, цвета, но при этом, кстати, в том числе очень актуальны нам сейчас. Все-таки выбираем летнюю коллекцию, готовимся с вами к жарким солнечным дням, поэтому выбираем светлые цвета. А что касаемо размеров, здесь смотрите, какая особенность. Юбка очень хитро выполнена, хитро в нескольких параметрах. Во-первых, юбка у нас с вами плотная, хлопковая, но с добавлением эластана. То есть автоматически, обладая эластичностью, такая юбка хорошо тянется. При этом везде, кроме вот этой части. Посмотрите, что у нас здесь с вами расположено. Это кокетка. Так. Я вам сейчас покажу. Кстати, молния функциональная. Не переживайте за ее прочность. Я в своей юбке садилась. Не расстегивается, не расходится. Смотрите, это двойная плотная кокетка. Видите, какой ширины? Здесь вот сантиметров 15. Что это нам с вами дает? Это наш плоский живот. Вот эта часть не тянется. При этом подбирает нам с вами зону талии, бока наши с вами, животик. Вот это все поднимается, подтягивается. Вот наша с вами уверенность в себе, вот наша с вами стройная фигура. Ну и, кстати, сразу можно обратить на качество, да, пошива молнии, на подкладку, на то, что она металлическая. И это значит, что мы с вами действительно уверены в себе, в своем внешнем виде. Поэтому размер можно смело брать свой российский, и вы получите идеальную посадку. И действительно, да, бывают разные юбки-карандаш, согласитесь. Те, которые не сидят на фигуре или доставляют нам дискомфорт. Юбка Колин умная, юбка-карандаш, которая сделает вашу фигуру идеальная. Подтянутый живот, идеальная посадка. Но и априори юбка-карандаш стройнит нас всегда. Мы это уже знаем. Наши стилисты нас уже научили выбирать юбки-карандаш в свой гардероб. 1999 рублей. Это эксклюзивная цена, которая действует только во время прямого эфира. Только во время представления новой коллекции от бренда Зарина. Завтра такая юбка будет 2500 рублей почти стоить. Но только сегодня менее чем 2000 рублей. Два цвета на выбор. Размер в размер берем. Слушай, ну вообще я тебе должна сказать, что цена более чем гуманная. Супер, особенно да. При учете того, что эта юбка, по сути, базовая. И ее легко сочетать. Вот такой комплект, да, как на тебе, вот если ты возьмешь розовую юбку, мы видели сейчас на нашей Жене. Вы помните, что у нас есть еще вот такая блуза с длинным рукавом? Труди. Это тоже отличное решение. Причем, кстати, к любой. Вот, между прочим, вот такую вот палитру в розовых тонах, но чуть разных оттенков, сейчас очень многие дизайнеры рекомендуют. Так что попробуйте вот такой, например, вариант очень нежный выбрать. Очень здорово смотрится, как костюм, да, полноценный. Ну и опять же, капсульная коллекция, как нам сказала Лера, это отличный шанс создать свой дизайнерский гардероб и потом не думать, что с чем сочетать, потому что все вещи идеально сочетаются. И еще один повод сэкономить на доставке. Она бесплатна от суммы 4990 рублей. Ни одна минута осталась до конца у нас презентации, поэтому делайте свой выбор прямо сейчас и не ждите конца эфира или презентации. У нас в любой момент могут закончиться цвета и размеры, потому что вот совсем чуть-чуть у нас коллекции этой новой, да, премьерной для вас. Звоните, телефон бесплатный. И сегодня в рамках нашего прямого эфира, нашего одного единственного часа, отличный шанс есть выиграть для себя смартфон или планшет. Потому что, становясь сотым покупателем, вы получаете в подарок смартфон, а тысячным планшет, ну а 50-тысячным, конечно, жидкокристаллический телевизор. Лер, ты сказала 50% хлопка. Ну, любим мы, да, хлопок традиционно на лето.
Да, хлопок вообще для лета идеальный вариант. Но, кстати, он идеальный не только с точки зрения комфорта, но и плотности. Все-таки мы выбираем юбку не трикотажную, а юбку плотную, которая не выдаст наши недостатки. Ну, кстати, да, никаких неровностей будет, не будет видно. Идеальная фигура. Без чего не обойтись элегантной женщине в своем гардеробе? Я считаю, что без элегантного тренча или без элегантного летнего пальто. На самом деле плащи, тренчи, легкие пальто мы с вами носим часто и с удовольствием. Вопрос в том, что выбрать их бывает достаточно сложно. И как здорово, что сегодня нам бренд Зарина дает такую возможность. Вот это пальто, появившись в нашем эфире в день премьеры бренда на нашем телеканале, стала абсолютным хитом, разлетелась просто в невероятных количествах. Нам очень долго пришлось просить бренд Зарина еще одну партию предоставить для нашего телеканала, уж очень она вам полюбилась. Но и не только вам, но и нам, что уж там говорить, мы с девочками первые, пожалуй, себе заприметили их. Цвета светлые, крой элегантный, классический, эффект натуральной замши, выглядит дорого, выглядит статусно и ко всему подходит. Посмотрите, вариант для работы, элегантный образ, классическая юбка с шелковой блузой или на каждый день. Посмотрите, с модными джинсами, может быть, вы выберете для себя. Причем вот этот тренч, это пальто, чем хорошо? С ним, ну, что называется, можно не церемониться. В каком плане? В том плане, что под него не обязательно надевать высокие. Высокий каблук. Вы можете надеть обувь на плоской подошве, это могут быть лоферы, это могут быть слипоны, например, это могут быть джинсы или какие-то легкие цветные платья, которые вы чуть-чуть сдержите вот таким вот вариантом. Ну и, кстати, в застегнутом виде, посмотрите, очень изящное решение, такой элегантный дамский тренч. Пальто называется Бартоломея, выбор нашего эксперта и наших девчонок. Два цвета на выбор и эксклюзивная цена. Один час, единственный, это пальто под замшу, вы можете заказать по цене 3999 рублей. Ну а заказывая с юбкой, допустим, с юбкой Колин или с блузой Труди, или с любым другим лотом из нашего часа, вы получаете бесплатную доставку в любой регион. Обратите внимание, что у нас уникальный час, это пальто, это что-то невероятное. Вы не только выглядите как в пальто из натуральной замши, если потрогать это пальто, вы испытаете невероятное ощущение, это настолько приятный материал, который совсем, даже по тактильным ощущениям, не отличается от натуральной замши, нежнейшей, очень и очень дорогой выделки. Да, это действительно так, это современные технологии. Выполняется этот, такое пальто из материала, который называется спандекс. Спандекс – это что такое? Это одна из разновидностей трикотажа, который делается в вариации эко-замши. Посмотрите, как он выглядит. Снаружи полностью вот права Арины, эффект натуральной замши. Смотрите, даже ворс у нас с вами здесь такой, да, объемный, укладывается в обе стороны. А внутри, посмотрите, это гладкий, плотный трикотаж. Поэтому, чем хорош спандекс? Ну, во-первых, цена, понятно, да, что мы с вами никогда в жизни не купим замшевый тренч за такие деньги. Во-вторых, это, конечно же, легкость. То есть, если замшу, замшевый тренч мы с вами носим исключительно в межсезонье, да, то вот такое пальто мы с удовольствием будем носить с вами летом, да, вместо, например, плаща, вместо куртки-ветровки, на какое-то мероприятие торжественное, например. Особенно вот сейчас, когда у нас с вами свадьбы, выпускные, конечно же, нам понадобится что-то вот такое сверху набросить. Ну и потом, зимой, например, вы совершенно легко можете такое пальто носить, вот как делает Женя, посмотрите, в застегнутом варианте, да, например, в офис вместо длинного жакета. Слушай, ну опять же уход, да, допустим, ну конечно это роскошь, иметь в своем гардеробе такие цвета потрясающие, посмотрите на этот цвет бежевый, такой молочный, приятный очень оттенок слоновой кости, потрясающе. Женщина в таком цвете всегда выглядит роскошно, как будто телезвезда, как будто суперзвезда. Ну и такой мягкий розовый цвет. Цвет, как ты говорила, называется античная роза? Античная роза. Ну вот будете знакомым рассказывать, как называется ваш цвет по-настоящему. У нас уже 30 заказано пальто прямо сейчас. 3999 рублей. Лер, как правильно размер мы подбираем? Вот здесь есть одна особенность. Посмотрите, у нас сейчас как раз на подиуме девочки двух разных типов фигуры. Да, если у Жени, у нашей блондинки верхний тип фигуры, то есть больше объем по груди, здесь все понятно.
понятно, мы берем, собственно, этот верхний размер, 52-й в данном случае, то у Тани тот же 52-й, но по бедрам, потому что тип фигуры нижний. Поэтому бежевый треч опять-таки в 52-м размере, но мы берем по размеру бедер. То есть здесь у нас с вами самое главное – это сориентироваться по своему типу фигур. А вот за посадку можно совершенно не переживать. Ты знаешь, это все-таки не совсем классика с точки зрения кроя. Вот классический тренч, он обычно прямой. Угу. Наш тренч, посмотрите, как сделан. У нас с вами есть вот такой шов сзади по спинке, который акцентирует чуть завышенную линию талии. Угу. То есть у нас с вами здесь получается, кстати, прочность. Видите, вот еще шов этот центральный. И вот у нас с вами отрезная линия талии. Что нам это дает? Если сильный прогиб по спине, здесь очень комфортно будет сидеть это пальто, потому что чуть-чуть вот эта плотность будет сюда уходить. Во-вторых, за счет такого завышения мы с вами ни бедра не акцентируем, ни ширину плеч, если, например, верхний тип фигур, да, то есть это значит, что пальто подойдет абсолютно всем. Мне нравится, что здесь нет ворота, ровно по той причине, что, кстати, классический воротник далеко не всем идет, а вот такой круглый ворот абсолютно всем. Ну и потом, это такое пространство возможностей, всегда можно надеть, если нет ворота, какой-то шелковый платок, какой-то изящный шарф можно надеть, да, брошью всегда можно украсить, например, такое пальто, и вы можете менять свои образы так, как вам захочется. 50 пальто заказано у нас уже почти прямо сейчас, несколько секунд до конца презентации. Успевайте до 52 размера. Я не могу натрогаться, вы знаете, если можно так сказать, конечно, до этого пальто, поэтому не сдержалась и надела на себя. Ну что ж сказать вам, конечно, я чувствую себя совершенно по-другому. В таком пальто вы почувствуете себя настоящей звездой. Еще солнечные очки мне нужны, знаешь, и я готова пойти по московским улицам. Или шелковый платок на голову, такой, знаете, в стиле 40-х. Но, кстати, про стиль 40-х не зря бы сказала, потому что это стиль, который мы с вами привыкли видеть, например, на нашей знаменитой актрисе Ренате Литвиновой. А она, между прочим, долгое время была лицом бренда Зарина и создавала коллекции совместно с ними. Я, кстати, была даже на Московской неделе моды на показе бренда Зарины. Вот с Ренатой Литвиновой вот эта стилистика как раз очень ей присуща. Так что, если вы женщина вот такая элегантная, пожалуйста, это как раз вот ваша возможность это пальто так обыграть. Ну, несомненно, бренд Зарина – это, конечно, элегантный стиль. Несомненно, этот бренд дарит нам возможность почувствовать себя особенной. Конечно, этот бренд может быть и не для всех, да, для женщин, которые любят наряжаться, для тех женщин, которые обожают комплименты, которые обожают быть в центре внимания. Всего 3999 рублей, и такая деталь гардероба скажет о вас многое. Ну и сэкономить сегодня удается в эксклюзивный час бренда Зарина на нашем телеканале. Успеть, мне очень хочется, чтобы вы надели такое пальто, и чтобы подруги делали вам комплименты, спрашивали, где вы, где вам удалось заказать такое пальто, чтобы мужчины обращали на вас внимание, чтобы вы купались просто в комплиментах и наслаждались каждой минутой, проведенным в одежде от бренда Зарина. Действительно, бренд, который дарит настроение и чувство уверенности в себе для каждой женщины. Ты знаешь, вот как говорил один знаменитый модельер, роскошь, она не кричит. И вот это подтверждает бренд Зарина. Роскошь действительно не кричит. Роскошь выглядит элегантно. Настоящая роскошь – это качество. Настоящая роскошь – это комфорт. Настоящая роскошь – это удовольствие от тех вещей, которые вы носите. Посмотрите на детали. Когда мы с вами говорим про брендовые вещи, именно вот такие. Казалось бы, маленькие, да, но именно вот эти детали делают наш образ законченным. Качественная фурнитура, идеальная обработка швов. Да, ну, вот, да, абсолютно все, вот все. Знаешь, все-таки в брендовых вещах, в качественных вещах не бывает мелочей. Абсолютно все детали имеют значение. Вот мы говорили уже с Лерой с утра, что даже этикетку вы получите, вот этикетка будет, да, на пальто Зарина, она будет на золотой булавке и выполнена на шелковой ленте, то есть здесь качество и отношение совершенно особенное. Вы особенная в вещах от бренда Зарина. Акция «Сенсация» на телеканале Shop & Show. И у вас есть уникальная возможность получить в подарок современный смартфон, модный планшет или жидкокристаллический телевизор. Как легко! Каждый сотый покупатель получит в подарок своему заказу смартфон, каждый тысячный – планшет. А если вы станете 50-тысячным покупателем, то вас ждет суперприз – телевизор. Телеканал Shop & Show – ваш телеканал с душой. Ну что ж, мы поздравляем победителей предыдущего часа на телеканале Shop & Show, тех, кто сделал заказ в прямом эфире и выиграл для себя
смартфон. Валентина Леонидовна, Богучава, город Хабаровск, ура! Филатова Антонина Васильевна, город Петропавловск-Камчатский. И Декина Нина Николаевна, город Тамбов. Мы от всей души поздравляем вас! Вы сегодня выиграли смартфон. И как здорово, что вы с нашим телеканалом. Спасибо, что вы нас смотрите. Вы знаете, нам дозванивались победительницы, и многие говорили, что сделали свою первую покупку на нашем телеканале, заказали для себя что-то, чтобы попробовать дистанционный шопинг, и выиграли сразу смартфон или планшет. Успейте вы сегодня сделать заказы. Получайте потрясающие подарки от нашего телеканала. Подарки на память от нас. От всей души мы поздравляем вас и желаем вам приятных покупок вместе с Shop&Show. Бренд «Зарина» сегодня один эксклюзивный час на нашем телеканале. И абсолютный хит этого часа, абсолютный хит этого бренда – джинсы. Джинсы – это мечта любой женщины. Я имею в виду хорошо сидящие джинсы. Джинсы, которые нас с вами выручают в любой ситуации. Джинсы, которые нас с вами стройнят. Джинсы, которые всегда уместны. Джинсы, которые всегда комфортны. Вот, кстати, комфорт джинс – это одна из тех вещей, о которых обязательно нужно помнить. Поэтому не повторяйте моих ошибок. Например, не выбирайте джинсы из 100% хлопка. Вот у меня сегодня утро, знаешь, с чего началось? У меня есть джинсы 100% хлопок, такие прям вот настоящие, заужные, красивые. Вот хорошо сделано, все как надо. Вот просто чуть-чуть лишнего свечера надеваю джинсы, понимаю, что чтобы их застегнуть, надо сделать так. А потом вот так весь день ходить. Берите джинсы, где есть эластан. Посмотрите, здесь тоже хлопок 100%, но всего 78%, а 22 эластан. И у вас таких проблем, как у меня сегодня утром, точно не будет. Ну, а комфорт вы получаете однозначно. Два цвета на выбор прямо сейчас. Светлый индиго на ваших экранах, и я выбираю темно-синий. Вы знаете, мне кажется, это оба цвета обязательно должны быть в вашем гардеробе. Синий выбираем как более практичный вариант. Вот сегодня, допустим, дождь, да, в Москве. Выбираем темно-синий цвет или на зиму. Или на работу. Или на работу, конечно. Ну, а более светлый мы, конечно, привыкли выбирать с вами летом. 1999 рублей за идеально сидящие джинсы со скидкой 400 рублей. Лер, как правильно подобрать размер, чтобы вот так вот сели, как влитые? Берем размер в размер, это как делает наша Таня. Кстати, Таня была именно той нашей моделью, от которой я от первого узнала, что джинсы она покупает именно в Зарине. Мы как только у нас появился этот бренд, обсуждали как раз посадку. Таня, ж подтверди же, да? Она сказала, что я покупаю джинсы в Зарине. 52-й размер, да, на мне всегда сидит. Вот вам доказательство, джинсы 52 размера на Тане сели идеально. Так что берите свой российский размер смело. Ну вот что ж ты, Таня, раньше не сказала, где джинсы надо покупать? Джинсы Амальфи от 46 до 54 размера в двух цветах. И у нас заказано 100 пар джинсов. У нас есть единственный и первый час на нашем телеканале. Получайте подарки сегодня. Получайте идеально сидящие джинсы, идеальную фигуру. Получайте хорошее настроение, потому что вещи от бренда Зарина – это, конечно, 100% комфорт и качество, и последние модные тенденции. С первой покупкой вы всегда получите золотую карту от нашего телеканала. На этой карте есть уже 200 бонусных рублей, тратьте их в свое удовольствие, это ваша личная скидка на последующие покупки. Ну и выигрывайте смартфоны, планшеты, телевизоры вместе с нашим телеканалом Shop&Show. Приятно сделать, да, свою первую покупку и получить сразу и идеальную вещь, и золотую карту, и подарок. И главное, получить еще и безупречный образ. Давайте посмотрим на Таню. Чем хорош такой вариант джинс? Они совсем сочетаются. Ну, то есть здесь, как я говорю, нет никаких спецэффектов. Вышивки, страз, чего-то, что обязывало нас к какой-то определенной стилистике, да? Поэтому вы можете совершенно легко, как наши девочки, сочетать такие джинсы с шелковыми блузами, например. Они будут смотреться уместно. Называется это блуза Донна. Вы можете надеть футболку, вы можете надеть рубашку, вы можете надеть жакет, водолазку, да все что угодно, такие джинсы будут хорошо смотреться. Знаете, качественные брендовые джинсы в магазинах сегодня стоят очень дорого. Но если даже взять вот фирму, которую знают во всем мире, да, которая ну, считается, что придумала джинсы, там вы встретите джинсы от 5000 рублей. Представляете, это самые скромные, может быть, со скидкой из каких-то там прошлогодних коллекций. У нас цена прекрасная, 1999 рублей. Но что главное, и посадка идеальная. Я сразу почувствовала, что в этих джинсах я подтянутая, стройная. Выбирайте прямо сейчас. Также вы можете выбирать и на нашу
нашем сайте www.shopandshow.ru. Если у вас нет возможности прямо сейчас сделать свой заказ во время прямого эфира, ну, можете заняться своими делами, а потом заходите на наш сайт. Там есть такая вкладка «Расписание эфиров сегодня». И все, что было у нас сегодня в этом часе, есть и на сайте. Посмотрите. Но только внимание, внимание, ограниченное количество и на сайте также. Выбирайте размер, добавляйте в корзину, все, заказ сделан. Больше ничего делать не надо. Ждите звонка оператора, и он уточнит детали заказа. На сегодня у нас с вами единственная возможность, только в этом часе, который, к сожалению, заканчивается, выбрать вот такие стильные образы от бренда Zarina. Например, я вам рекомендую к любому из этих образов добавить вот такое элегантное пальто из экозамши Бартоломея, и вы получите бесплатную доставку и незаменимую вещь в свой гардероб. Шелковая блуза, посмотрите, мы все ее сегодня выбрали. Донна, вот они все три цвета, белый, изумрудный и розовый сейчас на мне. Джинсы вообще вне конкуренции. Ну и, кстати, в качестве дополнения, посмотрите, очень стильная юбка вот с такой молнией, она называется Колли. Итого у нас с вами складывается базовый гардероб. Сегодня не просто базовый, гардероб элегантных женщин, гардероб стильный, на любой случай жизни. Сегодня более чем доступная цена, а главное, вы получаете качество от бренда Zarina с 25-летней историей. Французский стиль, ведь французский дизайнер создает для вас эти наряды. И это вещи, которые выбирают наши российские звезды. У вас еще есть полчаса для того, чтобы сделать свой заказ. Рубрика «Мода» вернется к вам. Оставайтесь с телеканалом Shop & Show.